Здравствуйте! Представляю вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Hyundai Solaris 2014 года выпуска. Объем двигателя 1.6 G4FC. Крышка и маслозаливная горловина чистые. Нагара и эмульсии нет. Замер компрессии. Первый цилиндр. Второй цилиндр. 12 килограмм. Третий цилиндр. 12,5 килограмм. Четвертый цилиндр. 12 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.